Запеченная голень индейки – это простое и вкусное блюдо к семейному обеду или ужину. Берем голень индейки, промываем, сушим. А для маринада нам нужно гранатовый соус, соль, паприка и итальянские травы. Для начала готовим маринад. Соус готов, маринуем мясо. Оставляем мариноваться 30-40 минут. Для гарнира берем молодой картофель, соль, паприка, итальянские травы и растительное масло. Маринуем картофель. Картофель готов, мясо мариновалось, а сейчас выкладываем все это на противень. Накрываем фольгой и отправляем в разогретую духовку запекаться. Запекаем при температуре 200 градусов 15-20 минут. Через 20 минут достаем из духовки. Переворачиваем мясо. Отправляем обратно в духовку. Запекаем до готовности. Вот такое блюдо у меня получилось. Сервируем блюдо к ужину.
Много хозяек намеренно не готовят птицу, поскольку думают, что она невкусная и сухая. Это абсолютно не так, ведь если сделать все правильно, то блюдо будет офигением. Конечный результат зависит от того, какое мясо вы купили. Приобретайте в магазине охлажденную продукцию, ее не подвергали заморозке, а значит, весь сок сохранился внутри. Если охлажденки вы не нашли, покупайте замороженные ножки. Но только к готовке приступите, когда они полностью оттают. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Всем пока!